Повышенный интерес у туристов к курорту традиционно ожидают во время новогодних каникул. Чтобы обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры горного кластера и контролировать безопасность отдыхающих, по поручению главы региона в Сочи развернули краевой штаб. Возглавил его вице-губернатор Андрей Алексеенко. Я цитирую: «Поток небывалый, гости начнут заезжать к нам, начиная с 28 декабря. И вопросы безопасности стоят, безусловно, на первом месте. Все службы курорта переходят на усиленный режим работы, будут созданы мониторинговые группы». Конец цитаты. Также губернатор добавил, что специалисты будут ежедневно следить за санитарным состоянием территории курортов. Отмечу также, что за зимний период 2016-2017 года предгорные туристические районы края посетило почти 500 000 туристов. Из них 350 000 человек побывали в Красной Поляне.